ну, все, наверное, в стране, абсолютно каждая семья пользовалась этими холодильниками. И у нас в семье тоже был Орский холодильник, и я прекрасно его помню. И, конечно, пройдя, посмотря по цехам, увидев, как крыши текут, все старое, ржавое, гнилое, еще и нерабочее, конечно, впечатление было очень удручающее. Я и сам сомневался на тот момент, что все-таки сможем ли реанимировать, потому что для меня это была такая одна из интереснейших задач и важнейших задач, как с точки зрения истории, так и с точки зрения вообще создания рабочих мест и возобновления производства в Орске. Ну а сегодня это еще и совместилось с тем, что определенные производители американские закрыли производство. Кто закрыл нас? Индезит. Да, вот мы, что называется, ответим достойно своим производством, Орским холодильником. И всю потребность, которая будет возникать, с учетом того, что у нас еще есть цеха дополнительные, сможем обеспечить рынку в полном объеме.